Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Пик эффективности промпарков наступит через 3 года, так предполагают в правительстве. По его данным, в прошлом году, например, промпарк в Вятских Полянах принес около 100 тысяч рублей налогов. Площади там пустовали без резидентов. Сейчас из 6 корпусов заполнены 5, и при выходе на полную мощность власти планируют собрать больше налогов. Депутаты ОЗС на минувшей неделе рекомендовали изучить возможность введения налоговых преференций для промпарков, чтобы привлечь крупных инвесторов. Сейчас в области 5 парков. Общая сумма инвестиций в них почти 2 миллиарда рублей. Планируется там создать более 1500 рабочих мест. Программа «Экономика». В Кирове снизился уровень безработицы. К июню на учете в центре занятости состояли 3375 человек. Почти 2000 из них имели статус безработного. С начала года было устроено на работу 2000 кировчан, на постоянную почти 1500 из них. На учебу отправили 300 человек. По данным городской администрации, уровень безработицы в Кирове на 1 июня 74% экономически активного населения. Это самый низкий показатель в Кировской области. Экономика на 101 FM. Неналоговые доходы областного бюджета выросли на 20%, в основном за счет платы за использование лесов. По данным на начало июня, в региональную казну поступило почти 12 миллиардов рублей, из них неналоговые платежи – 500 миллиона. Сумма, полученная за леса, по сравнению с прошлым годом, выросла на 70%. Среди налоговых поступлений основная сумма – 4 миллиарда – это налог на доходы физических лиц, 3 миллиарда – налог на прибыль, а также акцизы – более 1,5 миллиарда рублей. Завершение валютах на сегодня. Доллар стоит 57 рублей и ровно, евро 63,79. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.